Сегодня в Казахстане отмечают и День казахстанской полиции. В Астане праздник начался с традиционного возложения цветов к монументу сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск. Здесь же собравшиеся почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга. Глава МВД Калмухамбет Касымов вручил отличившимся сотрудникам грамоты, досрочные звания и медали. А выпускники вузов получили долгожданные лейтенантские погоны. Я хотел бы сказать, что и у нашего поколения есть профессионалы, есть работоспособные люди, мы здесь отмечаем. Я горд, что возглавляю такое подразделение, и хотел бы еще раз вам пожелать здоровья и успеха.